Смотрите, что я нашел. Оказывается, все это время рядом со мной был отборный литр и метка, потому что вот это 1 сота, там чуть дальше вон 2 сота. То есть можно нормально так метка пособирать. И реально оно обитаемое, вон там куча пчел ползает. Всем привет, мои дорогие подписчики! Сегодня с вами мы приготовили великолепную пасту карбонара. И с вами я, великий кулинар Жан Батон. А если честно, я когда-то готовился, баллотировался на мастер-шеф дети, и именно спагетти карбонара было блюдом, которое я представлял, которое я готовил, ингредиенты которого я называл. Это, короче, такая вот штука, которая делается со спагетти, бекона, сливок, насколько я помню, и сыра пармезана, немножечко зелени и там еще что-то для аромата. И реально это одно из моих любимых блюд, потому что оно очень-очень вкусно, особенно с пармезаном. Я не понимаю людей, которые пармезан не любят. Наверное, это самый вкусный продукт, который может быть. Вот пармезан, за пармезан душу продам. Я как не проходил, всегда забывал вам сказать про вот эту вот одну из главных фишек Америки, которой нет у нас. Это вот примерно такие штуки. Еще, наверное, 3 дня назад я проходил, диван был полностью целый, и телевизор был целый. То есть они вместо того, чтобы продавать или вывозить на дачу старые вещи, то есть купили люди новый телевизор, оставили старый. То есть я помню его еще 3 дня назад, он был рабочий, нормальный. Просто, видите, кому-то понадобилась часть. Они просто выставляют на улицу, люди подходят, забирают целиком или забирают часть, что кому нужно. Есть там много примеров, например, я видел практически новый гриль, который просто выставили и написали табличку free, то есть бесплатно можно брать. И также вот люди вот выставляют диваны, телевизоры, и кому надо, тот берет там. Вот так вот и живут они. Кстати, тот самый гриль, который отдавался бесплатно, я его нашел сразу же в соседнем доме, то есть его уже тут поставили, обустроили. И обычно его берут там бездомные, или если вещь хорошая, просто люди. Но вот бездомным они типа тоже так помогают, они бездомные приходят, берут себе, что видят, и все. Раз это бесплатно, типа и бездомным помощь, и людям не выбрасывать же.